внезапно встретили массу друзей здесь из Москвы, с которыми мы не общались довольно долго. То есть, ну, как, встречались периодически, то есть у меня 4 человека, которые, с которыми мы просто пересекались в Москве или там в Питере, одни из Питера. И здесь совершенно там, я не знаю, прихожу в какой-то там бар и... А ты что здесь делаешь? Два наших друга возле клуба. Они, конечно, были нетрезвы, они решили поцеловаться. Да, решили поцеловаться. Это было уже 5 утра. За них зацепились то ли чеченцы, то ли дагестанцы. Значит, выскочил Егор, началась заварушка, потом вышел я. И они просто нас бейсбольными битами... И перцовками. Да. У нас было 6 человек, их было человек 12. Они нас начали... Это чистые пруды. Чистые пруды возле МОНа. Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации. Для меня это тревожно. Естественно, тревожно. И мы уже с Егором разговаривали на эту тему, что случись здесь такая же балда, как в России, естественно, нам придется искать убежище где-то в другом мире. Но пока я вижу, что когда мы идем вместе за руку, по улице, просто по улице, никто даже взгляд не кривит.